Всех приветствую, интернет-магазин икра70.ру. У нас очередное поступление икры киты. Вот так вот выглядит она. На пломбочках заводская. Никакого джуса по стенкам нету. Вот такого качества. Вот такая вот рыхленькая. Обалденная икра. Без лопанцев, без джуса. Соль. Малая соль 3,3. Между малосолом и средним солом. Не сильно соленая. Обалденные икра киты на икра70.ру.